Политика экономическое реалити-шоу на Украине продолжается. Верховная Рада ввела бессрочный мораторий на выплату внешних долгов, в том числе России, а в правительстве никак не могут завершить рокировку Яценюк-Гройсман. Да и пока нельзя сказать, что рокировка состоится именно в таком составе. Отказ платить по долгам, означает ли он окончательный дефолт на Украине? И в чем сложность снятия Яценюка? Об этом накануне ТВ рассказал политолог Ростислав Ищенко. Фактически дефолт там наступил давно, потому что отказ платить по долгам является фактическим дефолтом. МВФ принял решение, что он имеет право помогать странам, которые оказались в состоянии дефолта. И принял это решение именно под Украину, чем фактически зафиксировал на уровне МВФ, что дефолт состоялся. Но при этом МВФ не счел себя обязанным помогать Украине. Более того, МВФ уже зафиксировал, что Украина не выполнила его основное требование к дефолтной стране, то есть не провела конструктивные переговоры со своим кредитором с Россией. Позиция украинских властей уже никого в данном случае не волнует. И МВФ уже полгода денег Украине не дает. И давать не собирается в ближайшем будущем. Ну и в отдаленном тоже. И позицию он тоже менять свою не собирается. Потому что если сейчас Международный валютный фонд начнет кредитовать Украину, то к нему выстроится длинная очередь хромых и нищих, которые будут здесь они ничем не хуже. Что насчет признания оппозиции самого долга, то это все слова, уверен эксперт. Ведь оппозиция – это не официальное мнение властей, это просто внутриполитические игры. Кстати, об интригах. Вопрос снятия Яценюка так и не решен. Так в чем причина? Понятно, что Яценюк безусловно уйдет. А в чем прелесть ситуации? За отставку Яценюка за создание новой коалиции должна проголосовать фракция Яценюка в парламенте. Кто голосов за отставку? И новая коалиция создается из блока Петра Порошенко и фракции Яценюка Народного фронта. И поэтому на переговоры о своей отставке Яценюк влияет средств. Выторговывает новые министерские портфели, выторговывает места для своих людей. Пока эти пяти не удовлетворены, отставки не голосуют. И сколько еще они будут торговать? Это одному богу известно. По сути дела, он должен отправить в отставку сам себя. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».